Итак, друзья, всем привет! Всех рад приветствовать на своем канале. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Напоминаю, что 98% смотрят без подписки, поэтому оформляем подписку, ставим колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Заваривайте свой любимый напиток, усаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! Итак, сегодня небольшая прогулка по даунтауну, по Таймс-сквер. Всем привет! Короче, стабилизатор в ремонте. Снимаю на руку. Микрофон даже доставать не хочу, потому что тут галопом по Европам. В общем, Times Square весь в ремонте. Ничего классного вы тут не увидите сейчас. Все в дерьме. Итак, небольшое наблюдение по поездке в Нью-Йорк. Я выехал в Нью-Йорк из Детройта. Я ездил по делам, вылечить зубы, потому что только в Бруклине есть стоматологи, которые могут вылечить зубы практически по такой же цене, что и в России. Проблема Нью-Йорка заключается в том, что в нем нет парковки бесплатной. Есть только платная парковка. Поэтому, если вы хотите поехать в Нью-Йорк на экскурсионную поездку, хорошенько подумайте. Лучше просто автомобиль свой оставить у отеля, запарковать его и ездить на метро или на такси. Хотя цены на такси довольно-таки неприятные, но тем не менее это лучше, чем ездить на своем автомобиле. Потому что я за паркинг отдал денег больше, чем на бензин от Детройта до Нью-Йорка. Напоминаю, что от Детройта до Нью-Йорка порядка 600 миль с чем-то, то есть это 1000 километров. Так что хорошо подумайте, стоит ли оно того или не стоит. А так, поездка в Нью-Йорк мне понравилась в целях экскурсии. Это можно сделать один или два раза. Это очень классный город, большой, насыщенный, много всяких культурных мест красивых. Поэтому один или два раза точно сюда приезжайте. Лично на мое убеждение, жить я бы тут не стал, потому что город грязный, большой, некомфортный. Опять же, для меня большая проблема с паркингом. Не сильно люблю общественный транспорт, поэтому город для меня не подходит. Вообще никак не импонирует, нигде не юкает, не называется. Поэтому лучше предпочитаю вообще противоположное побережье, потому что то побережье, юг вообще никак не нравится из-за всяких крокодилов, змей и прочей живности. А север того побережья восточного тоже не очень. Там остается только Нью-Йорк и там чуть ниже города там Вашингтон. В Вашингтоне я еще не был, к сожалению, но планирую в ближайшем времени посетить этот город. Thank you.
я не знаю, что это за очередь, никуда, это очередь. Что они вообще здесь такое делают? Но это очередь. А куда, что, для чего и как? Вообще без понятия. Либерти. Она встречала мигрантов 100 лет назад. Наши ровесники, переселенцы. Да. У меня бабушка ебанула, оказывается, я вот не знал. Не знал. Ну, не бабушка, а это моего деда по отцу, сестра родная. Эмигрировала в 30-х годах. Блять, зов крови случился. Смотри, подъем.